проводим нашу гостиную сегодня накануне Дня Победы, накануне 9 мая. Все люди в нашей стране празднуют такой праздник, потому что война уничтожила миллионы жизней. И в нашей стране нет ни одного человека, который бы не пострадал от этой войны. А мы сегодня, накануне этого праздника, проводим гостиную с названием «Песни на все времена». После войны открылся железный занавес. После войны мы имели возможность познакомиться с культурой, с жизнью людей за рубежом. И сегодня мы представляем хиты мировые и нашей страны. Помнишь ли меня, моя Татьяна, мою любовь, наши прежние мечты? И Америки, и Англии. И других стран. И мне кажется, что наши ребята просто замечательно с этим справятся. Вот эти песни, их знает вся страна, их многие из них знает весь мир. Я на этих песнях, на многих из них рос, в том числе на песнях Beatles, конечно. У меня такое ощущение, как будто меня пригласили к себе домой. Это такая была теплая, дружественная атмосфера. Ну, даже не передать как-то особо словами. Это внутри, наверное, в сердце, в душе затрагивают какие-то такие тонкие материи, которые, как художнику, наверное, у меня сразу всплывают какие-то образы. Хочется написать какие-то красивые пейзажи. По-семейному. Это было интеллигентно, это было очень душевно и, конечно же, очень музыкально. Что-то я знаю наизусть, но в основном, естественно, все композиции мне были знакомы. И Джамайка, конечно же, тоже. А уж «Калинку» в таком исполнении, я думаю, что слышали только в Греции на горе Геликон и сегодня у вас. Людмила Алексеевна Жумаева обладает такой способностью, которая может очень тонко и профессионально подобрать композиторов, поэтов, исполнителей. То есть зал сегодня буквально бушевал. Брависсимо, браво звучало сегодня. Звучали песни о любви. Вот, честное слово, после сегодняшнего спектакля захотелось снова пойти и влюбиться. И от страсти сгорая, она со слезами сказала. И поэтому хочется приходить и приходить на эти гостиные, узнавать, какая гостиная будет следующая, чтобы прийти снова и получить вот это колоссальное удовольствие и какое-то невероятное ощущение душевности, которое не покидает долгое время после того, как ты побывал на гостиной.